Я посмотрел выпуск Мистера Биста, где он решил поголодать 30 дней. И в итоге он смог это сделать примерно где-то 2 недели. Я, конечно, на такое не способен, но я решил, что я буду жить на огурцах 24 часа. А если получится, буду также жить дальше. И вот посмотрим, что со мной произойдет. Ася думает, что у меня не получится даже 24 часа на огурцах выдержать. Ну, то есть он считает, что он на овощах продержится, там, не знаю, месяц. А я даже считаю, что он даже на овощах не продержится. А на огурцах даю полдня максимум. Ну вот, посмотрим. Поспорим и посмотрим. Поехали дальше. Пришли на базар, как раз сегодня суббота. Закупились огурцами. Я говорю, ой, это получается и перчики не будешь. Я говорю, и рыбку не будешь. Но сегодня я поем еще нормально. Вот. А с завтрашнего дня начнем. Ну или с послезавтрашнего. А потом такой говорит, ну завтра тоже поем нормально, а в понедельник начну. Да. Посмотрим. Как клубничка? Давай еще возьму. Дай. Да просто тебе одна повезла. Вот моя. Сегодня последняя еда. Мое последнее удовольствие. Вот. Вот. Поем сегодня напоследок. Завтра. Сегодня на огуречной диете. Посмотрим. Сутки. Потом, может быть, продлим. Ну, не знаю. Если неделю продержусь, будет лучше. Лучший эффект. Хотя бы денечек продержаться. Какой денечек? 6 часов хотя бы. Хотя бы 5 минут. Какие ставки делаешь? Ты будешь яичницу мне впихивать, да, по каждому утрам? Зато проголодался, поел огурцов, вот еще час, и ты скажешь, все, давай нормально. Я же буду еще на воде, вода всегда сглаживается. Сколько нужно будет выпить воды, интересно? Как я буду часто ходить в туалет? Да. Будет не очень удобный туалет. Ну вот и первое утро. 24 часа с огурцами. Пока что с кофейка начинаем. Ну что, это 24 часа челлендж на огурцах. Встал я в 10 утра, попил кофе без ничего. Ася против кофе сказала, что там тоже есть... Вообще-то там тоже есть калории. И типа, какого хрена кофе? Нарушил. Вот. Но все. Теперь только на огурцах. Вот. На воде. И посмотрим, что будет завтра утром, если я выдержу. Будем завтра продлевать. Не завтра утром, а через пару часов посмотрим. Нет, я продержусь как минимум 48 часов. 2 дня точно. Вот, но давайте договоримся, что кофе утром можно будет завтра тоже. Чуть-чуть восполним. Вот, а если продержусь на таком сыроедении 2 дня, может быть, сыроедом стану и буду питаться месяц сыроедением. Ставьте лайки, если наберет 1000 лайков, буду сыроедом месяц.
худенький огурчик. Огурчик. Есть такие огурчики, не как в Москве, они такие типа гладкие. Вот. Хотя мы колючек тоже купили, но пока гладенький огурчик. А? Нет, грязный ем. А, ну мы тоже калории не пробуем. Ты мясо ешь. Помыл. С водой ем. Кушать, конечно, уже хочется. Сколько с калорий? Пол первого. Сколько время? Да, пора кушать. Все, я покушал. Ну, кстати, это первый огурец. Надо посчитать, сколько мне огурцов нужно в день. Прошел час после первого огурца. Я попил пару раз водички. Ну, посасывает, конечно, посасывает. Хочется еще покушать. Пойду съем второй огурец. Худенький огурчик. 2 килограмма в день. 2 килограмма в день? У нас всего 2. А мы вчера 2 купили. Да. Разно. Походу не хватит. Если каждый час ты будешь себе падать. Посмотрим, как я буду спать сегодня. На необычный полуголодный желудок. Полуголодный? Сижу, пока работаю. Пока в процессе монтажи. Вот. Это уже четвертый огурчик. Ну так, посасывает, конечно. Представляю, конечно, как бы я бы хлебушка бы заел бы. Рыбку поел бы. Чего-нибудь такого. Мясного, макаронного, яичного. Ну, ладно. Ну да, посасывать, да. Нормально. Ну, терпим пока, на самом деле. Надо водички попить, кстати, да. Ну, ладно. А еще немножечко, как будто голова погудивает, побаливает. Возможно, это из-за голода немного. Вот, возможно, это просто давление или что-то с этим связано. Посмотрим. Сходил в магазин, значит, только что, да, закупила вот такой пакет. Говорит, я чуть-чуть. Пакет. На 600 рублей. Целый пакет. Это чипсы будут перед тобой есть. Чипсы, отлично, да. Черт купил. Хлеб. Торт чипсы. Каймак, сметана. Водичку мне нужно, спасибо за водичку. Красивую воду тебе купила, смотри, что здесь. Смотри. Ать! 330 миллилитров. Красота. Вот так вот. Кто это будет все есть? Кто есть это все будет? С чесночком сейчас пожарю. Сметана. Вот так вот. Главное перетерпеть. Самое сложное это вот это вот, когда начинается, а потом чуть-чуть перетерпеть и вроде как этот, нормально. А потом уже привыкаешь и все, и как бы можно жить. Так что, сколько сейчас время-то? Сейчас без 10 4 часа. Сколько? Значит, с 10 часов 11, 12, 13, 14, 15, 16. 6 часов. 11. 6 часов, так сказать, утренней голодовки пока что. И плюс 8 часов ночной. Плюс 8 часов ночной. Но это не очень считается. Я поел нормально на ночь, пока там все переварилось. Нормально себя чувствовал ночью. Поэтому вот утренняя только считается. Будем сидеть дальше, работать и наблюдать. У него макарошки, желудочки в сливочном соусе, сметанка.
еще чизкейк на десерт. Клубничка. Сидит, беру. А у меня огурец, ё. Короче, здесь продается самая настоящая сметана. Вот прям такая, какая она должна быть. В Москве, ну, в России, там, сметана, она с чем-то... Ну, я бы отнесла это к кисломолочным продуктам, потому что на йогурт похоже. А здесь прям вот густые сливки, наверное, так это опишу, как масло. Как же вкусно. Говорю, Вадим, попробуй. Она хотела меня обмануть, мое внимание. Мое внимание хотела обмануть. Она хотела обмануть мое внимание, типа, попробуй настоящую сметану. Ты же пробовал, какая в Москве, попробуй здесь. Не тут-то было. Как же вкусно пахнет, всякие запахи готовки. Сливочный соус к мяску какому-то там. Интересно, но у меня тут новая партия огурчиков. Я уже съел 2, получается, за весь день 6, за полдня 6 огурчиков. Пока переодеваемся. 8 часов вечера. Пошла 3-я тарелка по 4 огурца. Получается, 9-й огурец идет. Это сколько получается? По огурцу в час. Типа того. Вот. Ася говорит о бесполезности моего челленджа. Что? Какой смысл? Какой смысл снимать это все? Тем более, я же вам не показываю промежутки, мало ли я вас обманываю. Но верьте мне, я держусь. Я добью этот челлендж. Соседи пригласили на чаек, но я пойду туда с огурцом. Со своим. Так что, держимся. Посмотрим, хватит ли меня еще на завтра. Пью воду, и она прям сразу порожняком, короче, выходит. То есть, типа... Сколько? Третий раз уже в туалет пойду, или четвертый, если считать с утра. Еды нет, вода выливается сразу. Надо с ним вдвоем против тебя играть. Вот эти ребята. И мы тогда выиграем. Давайте. Ну, ты мастер, ты по-моему. Владимир, я не знаю. Я просто. Я тебе рассказывал, вот надо вот так, вот такого треска, да. Давай, доиграем. Где печка? Откуда? Вот эта печка. Это просто как космический корабль. Пахнет, ребята. А я сегодня целый день на огурцах сижу. Вы не представляете, как мне хавать. Ну, огурцы — это хорошо. Не, нормально, что говорить. Ну, там снизу не берет. Что это такое? Небось, погорело. Это сложно. То есть... А что у тебя, стрим там какой-то? Не, пока не стрим, пока в записи. То есть это тесто, закрученное в сосиску? Да, с сыром. Правда, Игорь. Я вам выиграл? Естественно. Но не в сухую. Там уже думаю, твоё против? Спасибо, пожалуйста. Помахал. Жень, я до сих пор на огуречной диете. 9 часов, 9 огурцов. Но помимо того, что я был сыроедом полгода, вот, а сейчас я очень люблю поесть. Вот, и как бы... Расскажи про сыроедение, а потом, когда сделаешь ролик, я сыроеду. Отошлю, скажу, представляешь? Яблоко ж можешь съесть? Нет, я сегодня на огуречный. Вот а прям... завтра на яблочный? А завтра, если получится, продлим. Будет уже не 24 часа челлендж, а 48 челлендж. Интересная игра. Типа это атака сыроедов завтра. Ну что, час ночи следующего дня. Я продержался, причем, получается, ел меньше
одного огурца в час. Последнее время провел за всякими настольными играми, поэтому время пролетело незаметно, и совершенно даже не думал о еде. Вот. Конечно, после того, как вот это блюдо из печки перестало пахнуть вкусно. А так, ну, посмотрим, как я буду сегодня ночью спать еще. До завтрашнего утра продержусь. Завтра выпью кофе и подумаю, буду ли я продлевать это на 48 часов. 8 hours later. Ребята, 10 утра следующего дня. Кофеек, калорий. Спал отлично. Чувствую себя прекрасно. Даже как будто еще лучше. Облегченнее. Давно не ходил в туалет. Прекрасно. Так что давайте попробуем продлить на 48 часов. Огуречную диету. Я уже потихонечку привыкаю, потому что огурцы, водичка, солнышко, праноедение, вот это вот питание от солнца, вот это вот все, кайфово. Вот. Чувствую себя бодро, отлично. Кофе, конечно, вштырило как будто бы чуть сильнее, потому что видимо, не компенсируется какой-то едой. Вот, решили померить давление. Будем смотреть сейчас, штырит меня или нет. Пережимает, наверное, резинка. Снимем. Придется снять кофе сейчас. Ася волнуется за меня. Сегодня все утро уговаривала меня пожрать наконец-то. Но я не сдамся. Ради вас. Подписчики. Оно интересно. Что это? Повышенное что? Давление? Угу. Давай, повтори еще раз. Хочу, чтобы он со мной поел под сериальчик. Мы даже сериальчик не смотрим. А мы смотрим сериальчик только когда мы едим. Он говорит, что ему сложнее от меня отбиваться, чем голод терпеть. Это невозможно просто. Я бы спокойно перетерпел бы, будь я один. Но постоянно ходит и ноет, что типа я не ем, не ем, типа... Делает вид, что он переживает, а на самом деле просто сериальчик посмотрит. Никаких сериальчиков. Все, работать и голодать. Наша кредо. Следующая партия огурцов. Получается, сколько у нас вчера было? Было 8, 12, 12 огурцов. Ну, вчера я съел 9, сегодня еще 3 с утра. Получается, что как раз 12. Вот сейчас еще 4 положил. Получается 16 огурцов. Вот, за полтора дня, за сколько? За 30 часов, грубо говоря. Вот, ну, типа голодно, конечно, такое. Нет слабости, но голодно, то есть постоянно голодно, огурцами, конечно, не наедаешься. И огурцы даже неохота есть, потому что вкус один и тот же. И, ну, просто, типа, что их жевать, как бы, они как будто как порожняком. Идут, и типа жевать даже неохота их. Вот. Чувствую, на перец можно было перейти просто, например, как ради прикола, чтобы было интересней. Вот. Хочется просто что-то другое, но... Ну, у нас же как принцип. Чисто огуречный принцип. Вот. И в туалет хожу каждый час, грубо говоря. Просто вообще бесцветная вода такая. То есть она порожняком выливается, и все. Писаешь, скажи. Ну, в туалет писаю. Писаю в туалет, да. Они... Да. Да. Они оттуда. По-большому не ходил еще ни разу за два дня. Вот. А, соответственно,
Че? Ну пью воду, пью, трачу, короче, растрачиваю воду. Вот так вот. Аси говорит, нельзя есть красные продукты на голодный желудок. Почему? Да, раздражает желудок и кишечник. А зеленые типа можно? Ну, в принципе, то, что ты сейчас делаешь, вообще нежелательно. Но если выбирать, то вот зеленки, да. А яблоки можно красные? Ну, если с желудком все в порядке, то, наверное, можно, но недолго. Тоже кислота. Типа, самые нераздражающие – это огурцы. Огурцы, белок, яичный, что-то типа такого. Ну, надо читать. Послушали мнение эксперта. Диванного. Диванный эксперт, да, все нормально. Так что... Диванный эксперт на диване. Одобряет. Мне кажется, немножечко работа с упособленностью упала. Немножечко ленно все делать. Сколько можно этого терпеть? Осталось пару часов. Да. Все, я это сделал. А, срочно, дайте еды, быстрей. Как я слишком медленно готовлю. Быстрее, что так медленно? Что так мало? Почему так мало? Нет. Нет, это мало, это все мало. Больше. Быстрей. Все. Все, челлендж пройден, так что подписывайся на следующие видосики, чтобы все это не пропустить и смотреть на какие-нибудь безумные челленджи. Жру 48 часов, следующий челлендж. Что-то я совсем ослаб. Сил нет. Ужас, вот еда наконец-то лежит. Еда, вот она еда. Наконец-то.